компания децентрализованная Escrow DES минимализирует инвестиционные риски. Как сообщается на сайте компании, цель DES – сбалансировать хаотично растущий рынок ICO. Проект стремится создать институт экспертов с репутацией, состоящий из специалистов криптоэкономики. Стартап перед началом ICO заявляет, какой конечный продукт они планируют выпустить, разделяет этот процесс на несколько этапов. Инвесторы, эксперты и специалисты DES следят за переходом от этапа к этапу и путем голосования принимают решения о дальнейшем финансировании, либо о прекращении финансирования или о возврате средств инвесторам. Такой подход позволит инвесторам минимализировать риски, а стартапам не переставать идти к цели.